купил на днях капусту, правда, она сейчас дорогая, где-то 30 гривен за килограмм при курсе доллара в 39 гривен, вот, чтобы для сравнения в других странах, если смотрят. Но это она так выглядит, солнце уже заходит, поэтому вот так вот желтенький свет солнца. И смотрите, вот если ее разрезали вот так вот, и оказалось в этой капусте, как донышко второе перевернуто, вот внутри было спрятано, видите, вот так вот оно выглядит. А вот по линии разреза я просто не снял, потому что ее уже покрошили в блюдо, то там было как крыльчатка сделано, то есть вот именно так же, как бы донышко капусты, только в форме крыльчатки для воды. Вот такая вот крыльчатка, сейчас я вам покажу. Вот такое донышко было капусты, беленькое, все как вот. И вот эти все шли вот так вот закругленные, что я просто увидел тогда и удивился. Вот такая крыльчаточка. Ну это, видите, природные, как говорится, все такие вот завихрения. Она есть там и осьминожков такие формы, и все остальное. Но тут если открыть такую вот белокочанную капусту, тут смотрите, как будто вот стоит кто-то или дерево нарисовано, как бы руки к небу. Вот видите, вот такое вот. Ну, я набрал необычные формы при разрезанной капусте, но ничего оно такого особенного не дает в белокочанной. Редко кто встречает. Но вот эта форма крыльчатки меня, конечно, поразила. И вспомнил я тогда, за еще капуста есть вот такая, называется романеску. Вот эти все, ну как, идут свои, вот это все, по математической формуле. Вот это там золотого сечения. Там вот идет вот этот ряд, Фибоначчи, кажется, вот эти вот все закругления идут вот как природа сделала, видите? Там вот есть разбор этой капусты по золотому сечению, что вот так вот оно. Ну, есть еще вот цветная капуста, но я ее не пробовал. Кажется, где-то в каком-то кафе подавали, так там было что-то, кусочек салата. Вот это вкусная капуста получается, если ее в блюдах тоже приготовить, она вот хорошо там с кашей, с этим. Вот, вот такая капуста, вот эту вот я пробовал. Ну а так надо кушать то, что растет в нашем регионе. Но вот эта вот форма, конечно, шестеренки, вот этой крыльчаточки, меня поразила, что вот низ был... Там вот было как-то, оно получилось, что она как бы верх нормальный, вот той килограммовой этой, верх. А внутри, как две капусты шли на рост. Одна вот эта, вы видите, то, что на видео увидели, а вторая низ был в форме крыльчатки. Ну, такое наблюдение. Ну, много, конечно, разные овощи поспевают. Многие снимают на фотоаппарат формы, бывают необычные и... Яблоки и груши вырастают, и овощи, и помидоры, и все остальное. Мир, он многообразен. Это все природные формы используются в технике тоже.